Всем привет! Сегодня я вам расскажу про забытых мобов в Майнкрафте. Ну, как вы все знаете, в 2020 году было голосование. Цветочная корова, ледяной разбойник и сияющий спрут. И, конечно же, выбрали сияющего спрута. И сейчас я тебе покажу этих забытых мобов. Вот первый. Ледяной разбойник. Мне кажется, что очень жалко, что он проиграл голосование, потому что он очень-очень-очень крутой. И сейчас я вам это докажу. Ну, сейчас мы выйдем из креатива. Но нам надо чуть-чуть подождать, потому что у меня мобильная версия. Вот. Только мы выходим и все. Вот что он бы делал. Он просто на нас бы скидывал бы глыбы. Ну, убить его можно. Все. Из него выпадает на плотный лед, ну и снег. Больше не выпадает. Сейчас я тебе покажу еще одного запретного моба, в котором ты точно не знаешь. Это цветочная корова. Ну, когда она ходит, она по собой оставляет одуванчики. С этой коровы можно взять вот ведро и подоить ее. И будет молоко. И можно было ее дарить, ну, как обычную корову. Но только в этом моде она не моет. Она вот, например, вот ходить вот по пшенице, и она быстро она вырастает. Это просто, ну, детопак ее. Ваня, что ты будешь? Кем ты разговариваешь? Извините, что была маленькая пауза, и переходим к последнему запретному мобу. Но для этого нам надо отправиться в ад. Ну, сейчас, надо тоже чуть подождать. Вот они нам. И вот он. Швабра. Вот он. Им очень-очень тяжело сражаться, потому что это очень сильный моб. Но потом присылают, ну, ифритов. И с ним просто, можно сказать, сражаться, ну, бесполезно. Я убил швабу, потому что ее очень легко убить. Ну, такое было видео, я показала внутри забытых мобов в Майнкрафте. Ну, всем спасибо, кто смотрел это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там будет супер дракон, всем пока-пока.